Здравствуйте, друзья! Рад вас приветствовать на канале Криптомир. Мы продолжаем рассматривать перспективные ICO проекты, и сегодня я хочу вас познакомить с проектом Memority. Проект приносит революцию хранения баз данных на блокчейне. Полностью децентрализованное и безопасно зашифрованное хранилище данных на блокчейне. Действительно, идея, с одной стороны, идея не нова, но с другой стороны, весь вопрос в подобных проектах заключается в качестве их реализации. На мой взгляд, платформа имеет все шансы на успех. Предлагаю обратить на нее внимание, потому как проект выглядит весьма перспективным. Для покупки токенов принимаются валюты Ethereum, Bitcoin, Bitcoin Cash, Litecoin, а также денежные переводы с Visa и MasterCard. Стоит сказать, что сейчас проект почти привлек SoftCap, а это 5 миллионов долларов. То есть на сегодняшний день в проект инвестировано около 4,5 миллионов долларов, что говорит о достаточно большом интересе со стороны инвесторов. До конца токен сейла осталось 28 дней, есть достаточно времени для того, чтобы познакомиться с проектом и принять в нем участие. Ссылку на сайт, белую книгу, техническую документацию, а также коммуникационные ресурсы вы найдете в описании к видео. Это позволит ближе познакомиться с проектом и принять для себя решение о инвестировании в него. На мой взгляд, проект является достойным внимания и интересным с точки зрения инвестирования. Выбор вам предстоит сделать после ознакомления с белой книгой этого проекта. Давайте посмотрим сейчас, что хотят нам сказать сама команда, разработчики, как они презентуют для нас свой проект. Memority – это платформа полностью децентрализованного сверхбезопасного хранения данных на блокчейне. Это обеспечивает постоянную доступность нескольких зашифрованных копий данных по несвязанным между собой местам хранения по всему миру. Так, данные зашифрованы вашим личным ключом. Никто, кроме владельца, не может физически просмотреть содержимое файлов, поскольку они зашифрованы с помощью закрытого ключа, который хранится только владельцем данных. Безусловно, это тот вид услуг, который будет максимально востребован, весьма востребован. И опять же, его реализация будет прямо пропорциональна успеху этого проекта. Далее. Данные защищены от случайного удаления. Система всегда хранит несколько копий данных, по умолчанию 10 копий. Система мониторинга будет периодически проверять их доступность и создает новые копии в других магазинах, в других местах, в случаях недостаточного количества дубликатов. Безусловно, такая подобная безопасность тоже хорошее решение, которое будет привлекать в том числе наличием подобной услуги. Далее. Данные защищены от подделки. Уникальные идентификаторы данных хранятся в блокчейне. Система регулярно ищет подделки, восстанавливает правильное количество копий с подлинными данными, если файлы были подделаны. Ну, тоже весьма актуально. Я думаю, что подобным образом система может быть интегрирована или имеет потенциал взаимодействия с разными сервисами, которые будут реализованы с целью подтверждения уникальности каких-либо данных. Вот подобные проекты, мое личное мнение в том, что проект интересен, также стоит рассматривать, вот как мы рассматриваем проект. Мы смотрим, насколько реально проблема, насколько она актуальна на сегодняшний день, какой рынок пользователей, да, какой рынок потребителей, которые могут платить за решение подобной проблемы, то есть какой рынок клиентов и насколько технически реально реализовать подобную концепцию предлагаемую. Вот для меня сегодня еще интересно то, насколько платформы на блокчейне, да, разные идеи могут быть интегрированы между собой. Я думаю, что этот этап будет следующим.
когда актуальность решаемых вопросов также можно будет и нужно будет рассматривать с точки зрения, насколько эти платформы, да, насколько эти решения могут быть комбинированы, интегрированы в какие-то совместные временные или постоянные пулы по решению каких-то более общих, еще более широкого круга задач. С этой точки зрения подобная платформа Memority также имеет плюс в том, что она может быть интегрирована и решать какие-то более уникальные задачи в взаимодействии с каким-либо другим проектом. Так, далее из плюсов. Система полностью автономна и независима. Хранение данных, процесс контроля, восстановления копий файлов, шифрование данных, проверка подлинности, полностью децентрализованы. Проверка подлинности полностью децентрализованы. Нет никакой зависимости от каких-либо централизованных систем. Ну, это непременно должно было быть. Также приведена схема сравнительных характеристик, большая таблица сравнительных характеристик платформы Memrity с такими также файловыми хранилищами, как Dropbox, Amazon, Google Диск и другие. Как мы видим, платформа Memrity, безусловно, имеет преимущество, безусловное преимущество среди всех на сегодняшний день существующих хранилищ данных. То есть минимальное количество, менее всего интересен Dropbox, Amazon, Google Диск также проигрывает, и уже более специфические файловые хранилища имеют нечто подобное, однако полным функционалом обладает только платформа Memrity. Пожалуйста, обратите внимание на токен сейл этого проекта и присоединяйтесь к нему. Миссия Memrity заключается в создании самодостаточной экосистемы, которая включает множество приложений для удовлетворения потребностей предприятий, правительственных организаций и частных лиц в ультрабезопасном хранении всех видов ценных данных. API Memrity позволяет сторонним разработчикам создавать настольные онлайн-приложения для децентрализованного шифрованного хранения различных видов данных без длительного изучения технических деталей технологии блокчейн. Безусловно, это так, и это действительно решает такое большое количество текущих вопросов. Итак, чтобы подытожить, почему выбирается платформа Memrity, это 6 плюсов. Первое – это шифрование файлов. Файлы шифруются с помощью закрытого ключа, который имеет только их владелец. Мотивация всех участников. Платежи для хранения распределяются между хостерами, разработчиками приложений. Далее, это децентрализованное хранилище. Система поддерживает хранение 10 копий файлов в независимых хранилищах. Далее, подтверждение полномочий. Мы используем технологию, которая не требует дорогостоящего оборудования. Далее, защита от подделки данных. Полностью децентрализованные системы мониторинга проверяют наличие достоверных данных. И API для разработки приложений. Сторонние разработчики могут создавать приложения для хранения данных на платформе Memrity. Пожалуйста, обратите внимание на проект Memrity. Я считаю его одним из перспективных и очень интересных проектов, который быстрыми шагами идет к успеху. Спасибо за просмотр моего видео. Если оно вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. До новых встреч. Пока.